Вторая составляющая первородного греха – это прирожденная порча или испорченность. Говоря о прирожденной вине, мы с вами говорили о нашем юридическом положении перед Богом. И эта вина связана с тем, что мы произошли от Адама и Евы и унаследовали и грех. Но если бы единственным последствием грехопадения Адама и Евы было бы то, что мы рождаемся виновными перед Богом, то это бы никак не влияло на те способности, которыми мы наделены, будучи людьми, не влияло на то, как мы живем в этом мире. Что ж, прирожденная порча или испорченность говорит нам о том, что это не так. И сейчас мы уже не говорим о юридической вине перед Богом. Мы говорим о влиянии греха на саму нашу человеческую сущность, каким бы ни было наше положение перед Богом и Его законом. Итак, функционирует ли мой разум так, как он должен, или моя воля, или мои эмоции? Функционирует ли все так, как должно, после моего соучастия в грехе Адама и Евы? Или мой разум, чувство, воля соответствует состоянию разума, чувств и воли Адама после того, как он согрешил вместе с Евой в Эдемском саду? И вот наличие прирожденной порчи или испорченности указывает на то, что наш разум поврежден, наша воля испорчена и затронута каждая сфера человеческой сущности. Итак, прирожденная порча или испорченность подразумевает два момента. И мы сейчас повторимся, потому что об этом мы уже с вами говорили. Во-первых, это отсутствие первородной праведности. Адам, будучи сотворенным, обладал этой праведностью. Он был совершенен с нравственной точки зрения. Не потому, что он выстоял в искушениях, что он был всегда послушен Богу, но потому, что он ни разу не согрешил. До грехопадения он был без греха и не был подвержен влиянию греха в своей жизни, когда был сотворен. Мы с вами рождаемся в другом состоянии. С нами все иначе. С самого момента нашего зачатия мы уже виновны перед Богом. В нашей жизни нет этого периода времени, когда мы могли бы считаться праведными до того момента, когда мы совершим первый грех. Каким-то образом мы уже согрешили в Адаме. И вот первородная праведность, которая подразумевает, что мы ничего плохого не сделали, к нам с вами не относится. Но прирожденная порча означает не только отсутствие первородной праведности, она также подразумевает наличие в нас позитивного зла. И что же все это означает? Что ж, позвольте мне объяснить. Что касается этого позитивного зла, которое в нас, это позитивное зло не следует рассматривать как некую новую сущность, которая была добавлена к человеческой природе. Когда мы с вами изучали доктрину о человеке, мы с вами говорили о разных онтологических сущностях человеческой природы. И вот это позитивное зло не является еще одной сущностью, которую необходимо добавить к списку. Это не некая новая сущность, которая добавляется в природе человека.
И второе, это позитивное зло не следует рассматривать как некое отсутствие чего-то, как некое метафизическое ограничение, недостаток. Нельзя говорить о том, что мы обладали бы большим метафизическим набором, если бы у нас не было вот этого позитивного зла. Нет, не это все это означает. Ну хорошо, но что же тогда это означает, вот это позитивное зло, которое в нас? Позитивное зло, которое в нас, означает унаследованную или прирожденную, как хотите, унаследованную склонность ко греху. Ну а это что означает? Склонность ко греху. Это означает то, что после Адама каждый человек рождается со склонностью совершать зло. И эта склонность, эта наклонность руководит нашей душой, влечет человека ко греху. И именно этот класс, то, что Писание называет, и то, что богословы называют греховной природой. Греховная природа — это не некая новая онтологическая сущность, которая добавляется к списку составляющих природы человека. Скорее, это указывает на то, что в человеке уже есть. И вот теперь прирожденная порча означает, что воля человека склонна к тому, что является злом, и это греховная природа, и мы все с ней рождаемся. И согласно учению Писания, в этой жизни мы от нее не избавимся. Когда мы принимаем Христа, мы получаем новую природу, но это не означает, что мы лишаемся греховной природы. И в результате имеет место непрекращающаяся война в нас между ветхой природой, греховной природой и новой природой, которая обладает склонностью к добру. И в итоге мы получаем то, о чем читаем в послании к Римлянам в 7 главе, где Павел пишет об этой борьбе. Он утром пробуждается и желает делать добро, и внутри есть что-то, что побуждает к добру, но также есть и то, что побуждает делать зло, влечет к непослушанию. И несмотря на то, что есть желание делать добро, внутри есть что-то, что влечет ко злу, и поэтому человек совершает зло, даже несмотря на то, что в нем есть желание поступать праведно. И Павел пишет о том, что эта борьба идет постоянно. Хорошо. Давайте рассмотрим еще один пункт, относящийся к этой теме, а именно поговорим с вами о греховной природе и наличии позитивного зла, и уже затем перейдем к вопросам. Каждый из нас имеет эту склонность, влечение совершать зло. И об этом говорит Писание, когда говорит о последствиях греха, о влиянии присутствия греха на разные сферы человеческой сущности, нематериальной сущности. Вот, к примеру, Писание указывает на негативное влияние греховной природы на разум человека. Послание к Римлянам 1:21, Ефесянам 4:17. И вот эта склонность ко греху влияет и на совесть человека. И здесь можно привести в пример стих из Писания Титу 1:15. Писание также
говорит о том, что это влечение или склонность ко греху влияет на сердце человека, не на физический орган, но на духовный центр человека. Это Иеремия 17:9, где автор говорит, что сердце человека крайне испорчено. Кто знает его? И также это влияет на волю человека. Послание к римлянам, 8 глава, стих 7. А теперь, класс, время для ваших вопросов. Но прежде позвольте мне сказать еще кое о чем, что имеет отношение к сотериологии. Так как есть прирожденная вина и есть прирожденная испорченность, для того, чтобы нам обрести спасение, нам необходимо решить две разные проблемы. Так? И позвольте мне еще кое-что добавить. У нас есть не только прирожденная вина, но еще есть вина уже за те поступки греховные, которые мы совершаем после нашего рождения. И испорченность наша растет, так как грех наш увеличивается. И так как есть вина, и так как есть испорченность, то, следовательно, необходимо было решить две разных проблемы. Что касается вины, здесь речь идет о нашем положении перед Богом, и эта проблема должна быть решена. И сотериологическая доктрина, доктрина о спасении, которая учит о решении проблемы вины, это доктрина об оправдании. Потому что оправдание означает, что человек объявляется праведным. И мы нуждаемся в этом, потому что без этого мы являемся виновными в глазах Божьих. Но кроме этого, остается еще одна проблема. Вся наша сущность поражена грехом. Наш разум уже не функционирует так, как должен в духовных вопросах. Наша воля повреждена. И если вернуться к третьей главе книги Бытие, то мы видим, что грехопадение повлияло на мир, в котором мы живем. И когда речь заходит о негативном влиянии вот этой испорченности на наше духовное состояние, то мы понимаем, что Бог должен был сделать что-то более, чем просто оправдать нас. Он еще должен осветить нас. Но в этой жизни мы не получаем полного освящения, так? Ведь мы все еще грешим, доколе мы живем. Поэтому избавление от испорченности не происходит полностью до нашего прославления. И прославление — это не изменение юридического статуса, это изменение сущности человека. Поэтому помните, что в результате грехопадения появилось две разных проблемы. Мы виновны в Божьих глазах, на Божьем суде, и, кроме того, мы нравственно и духовно испорчены, и лучше мы не станем сами по себе. И мы видим это в тех людях, которые никогда не принимали Христа. Они деградируют все ниже и ниже. И если говорить о тех христианах, которые отделены от общения с Богом, мы также видим, чем дольше они упорствуют в своем грехе, тем более комфортно для них становится жить во грехе, и они уходят все дальше и дальше от Господа. Итак, я повторюсь, оправдание необходимо для того, чтобы решить проблему вины. Освящение и в конечном итоге прославление — это Божий ответ на проблему испорченности. А теперь позвольте мне остановиться и позволить вам задать вопросы или высказать замечания. И на следующей лекции мы с вами поговорим, как прирожденная вина, как прирожденная испорченность
соотносится с такими понятиями, как полная испорченность и полная неспособность. Но я думаю, у некоторых из вас есть вопросы. Да, пожалуйста. Вот вы говорили о последствиях грехопадения, а также говорили о влиянии греха на жизнь человека. Вы также сказали о том, что даже после покаяния постоянно идет борьба между новой природой и ветхой природой. Но все-таки у меня такой вопрос, доктор Файнберг. Должен ли настать в жизни верующего такой момент, когда он будет как бы над грехом, свободен от него? Я вырос в церкви движения святости, и нам всегда говорили о том, что мы освящены, что мы исполнены Духом Святым, и мы можем жить полностью благочестивой жизнью. И у меня вопрос, как я уже сказал, такой. Следует ли нам стремиться в своей христианской жизни к достижению такого состояния, когда мы будем способны жить полностью безгрешной жизнью, жить без греха? Или мы всегда будем оставаться грешными людьми? Да, хороший вопрос. И мы поговорим об этом более подробно, когда коснемся доктрины о спасении. Но вы думаете в правильном направлении. И спасибо, что задали такой вопрос. И вы правильно отметили, что среди евангельских верующих есть те, кто верят, что в этой жизни, до того, как мы умрем, до нашего воскресения, после того, как мы приняли Христа и последовали за Духом Святым, за Господом, возможно, в этой жизни достичь такого момента, когда вы настолько послушны Господу, что ваше освящение достигает полноты. Но основываясь на том, как я понимаю Писание, я не согласен с такой позицией. Я не согласен. Почему? Да хотя бы потому, что записано в первом послании Иоанна. Если мы говорим, что не имеем греха, то обманываем самих себя, и истины нет в нас. И благая весть в том, что если мы исповедуем грехи наши, то Он верен и праведен и простит нас, и очистит нас от всякой неправды. Но Иоанн очень ясно говорит о том, в первом послании, в первой главе, что всякий человек, который утверждает, что не совершает ни единого греха, лжец, он обманывает самого себя. И это не единственный текст Писания, к которому бы я обратился, чтобы опровергнуть этот взгляд. И тогда, когда мы достигаем такого момента, когда можно сказать, что мы избавляемся от греха, и от влияния греха на нас. Что ж, когда мы умираем, будучи верующими, то нематериальная наша часть тут же оказывается в присутствии Господа. И ваша душа, ваш разум, как бы вы это ни называли, перестает совершать грехи. Но вот грех все-таки оказывает влияние на ваше физическое тело. Физическое тело остается гнить в земле. Поэтому хотя бы часть природы человека остается подверженной греху. Но это часть благой вести. Бог не будет удовлетворен, если только лишь спасет вашу душу или мою душу. Он хочет искупить всего человека. И посему нас ждет воскресение. И в этот момент наше тело будет прославлено. И прославленное тело не подвержено никакому влиянию греха. Грех не может ничего с этим поделать. Поэтому прославление, отделение нас от греха и от последствий греха, от влияния греха, проходит в несколько стадий. Когда мы умираем, наша нематериальная часть уже не подвержена влиянию греха. Наша материальная часть все еще чувствует, ощущает на себе последствия греха, так как находится в могиле до тех пор, пока не воскреснет и не будет прославлена. И вот так все происходит, и в таком порядке. Я понимаю, как я уже сказал, что есть такие верующие, которые утверждают, что уже в этой жизни человек может быть полностью освящен. Но даже
те, кто придерживаются такого взгляда, я думаю, не будут отрицать, что их ждет прославление. И даже те христиане, которые полагают, что либо они достигли такого момента, либо возможно достичь такого момента, когда наступит полное освящение в этой жизни, все еще признают, что грех будет оставаться в обществе людей. И они не скажут вам о том, что они уже не подвержены искушениям. Просто они говорят о том, что они достигли такого момента, когда уже не поддадутся искушению и не согрешат. Но я не считаю, что Писание учит, что такое возможно в этой жизни. Но, как бы то ни было, те, кто считает, что полное освящение возможно, и те, кто считает, что оно невозможно, и те, и другие соглашаются в том, что только после того, как обе части человеческой природы, материальная и нематериальная, будут прославлены, только тогда мы полностью избавимся от греха и влияния греха на нашу жизнь. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.